Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня веду ее я, Анна Смирнова. И у нас в гостях декан факультета географии и науки о земле Латвийского университета, профессор, исследователь миграции Зайга Кришьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, подключайтесь. Звоните, задавайте вопросы. Можно писать нам в том числе и в WhatsApp 230-6191. Начнем с миграции и эмиграции. Сегодня Латвию, согласно подсчетам, ежегодно покидают 20 тысяч человек. Цифра такая довольно стабильная, по крайней мере, как она была озвучена. А вы, как исследователь миграции, что можете сказать, насколько тревожная ситуация? Здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать, что цифра 20 тысяч – это такая, ну, по годам она меняется. Угу. Например, это, если можно сказать, такой наиболее критический период, то, что в Латвии произошло, это было во время экономического кризиса, 2008-2009 год, там примерно, что и мы посмотрим, что миграция всегда формируется от того, что, ну, миграционный прирост или убыток, можно сказать, да, с тем, кто приезжает и те, кто уезжают. Да. Если это миграционное сальдо, она положительна, значит, люди больше приезжают. Если это миграционное сальдо отрицательное, значит, люди уезжают. Но если мы смотрим в таком длительном перспективе, то за последние годы в Латвии это миграционное сальдо отрицательно. Ну, я думаю, что для слушателей тоже не секрет, что численность населения Латвии уменьшается, и примерно сейчас 1,9 миллион населения. Ну, можно сказать, что, говоря о миграции, то, что наиболее критический период Латвии был во время экономического кризиса, 2008-2009 год, тогда у нас миграционное сальдо отрицательное было примерно 30 тысяч людей вы покинула Латвию за год. Но можно сказать так, если другим как бы кажется, что это много или мало, можно сказать, что такой город, как Валмира, уехал полностью. Но в то же время я могу сказать, что за последние годы это число уменьшается. Ну, если посмотреть по статистике 2018 года, например, в Латвию приехало 10 тысяч, уехало 15 тысяч. Значит, миграционная сальдо где-то минус 4,9, угу. Это 5 тысяч. Ну, и я могу сказать, что примерно они в таких рамках сейчас колеблются, да. Но если мы интересно посмотрим, что это, кто же эти люди, которые приезжают в Латвию, то по последним данным, если мы посмотрим, и довольно много, это те, которые в свое время уехали из Латвии. И если посмотреть, например, в 2018 году, из этих 10 тысяч, которые приехали в Латвию, 4,8 тысяч было те, которые вернулись в Латвию. Ну, примерно мы можем считать почти по последним годам, там примерно 50% тех, которые приезжают в Латвию, это те, которые в свое время уехали из Латвии. Но это тоже показывает, что этот, сам себе этот поток миграционный, который приезжает, он неоднородный, и также те, которые уезжают. И можно сказать, особенность современной миграции то, что люди очень так мобильны, они в одно время могут приехать, уехать. Ну, потому что обычно это миграция, то если мы смотрим так в классическом виде, это всегда смотрят люди, они, если он решил уехать, то он уезжает. То есть билет в один конец, условно, ну, можно сказать, говоря, пункт, да? А в пункт Б. А да. Сейчас возможный вариант, что он из пункта А, потом едет в пункт С, в Д, и потом в конце концов возвращается. Они, значит, это уже более такой динамичный процесс, и мы не знаем, насколько человек уезжает и когда он вернется. Ну, просто в принципе, если мы смотрим, да, очень много, которые люди в свое время уехали, они думали, что они уедут, ну, на какое-то время, да, но это какое-то время затянулось. Ну, некоторые потом есть момент, когда они решают, что мы все-таки вернемся, или наоборот, мы говорим, нет, мы не вернемся, да. И это, ну, это меняется, потому что очень миграция сама по себе очень такая многослойная, и комплекс факторов, который влияет, различный. Ну, обычно, если мы по нашим данным смотрим, когда есть всегда какой-то пункт, ну, который точка, можно сказать, который ставит точку, и он говорит, все. Все, уеду. Или, или наоборот, я теперь вернусь, и никакой варианта, да.
Вот как раз о точке. Причины миграции из Латвии, они с годами изменяются? То есть, если мы, например, возьмем условно 2009 год и 2019, ну, цели я, людей. Да, я думаю, что это вот эта кризисная миграция. У нас было довольно большое исследование, и мы спрашивали людей, почему они уехали, да. Ну, 8-9 идет кризисный период, там были, можно сказать, что они были вынуждены уехать. Ну, и причина. Человек потерял работу. Ну, а что ему делать, если он, у него... Вторая причина, если в то время был период такого экономического, ну, взроста, и все хотели, мы так будем жить, что теперь можем позволить себе купить дом, взять машину. И в один день выясняется, что вы теряете работу, и вы не можете заплатить за свой красивый дом, который вы купили в пригороде, можете платить за машину и так далее. Если... И человек просто, он говорит, а что ему делать? Он хочет эту мечту о своем доме реализовать, и он просто вынужден уехать. Да? И потому что этот всплеск этого вынужденного выезда был очень явный. Да? Потому что люди просто были вынуждены уехать. Что, если у него нет варианта, и тогда люди решают, я уеду. Да, заработать на дом или что-то такое. И получается, очень часто мы тоже имеем ситуации, когда люди, они этот работают на этот гипотеку или что-то такое. Но меня и со временем уже что-то меняется. В наши дни очень интересно появляется. Но, конечно, есть мотивация одна, которая всегда... Хочется что-то лучше иметь, больше заработок, более интересную профессию, финансовые возможности. Но сейчас появилась очень такая новая тенденция, что люди хотят познать мир. И я могу привести очень интересные примеры, потому что насчет миграции у нас было исследование по миграции молодежи. Это был очень крупный европейский проект, где было 9 стран с партнерами, которые смотрели там, те, которые из стран, из которых выезжают, в страны, которые приезжают, и потом возвращаются. У нас были тоже молодые люди, поскольку почему внимание обращается на молодежь? Они более динамичная группа, потому что классический мигрант, он молодой. По теории, да, и как, ну, как они едут, почему они едут, почему они возвращаются, да, и, ну, одно дело было так обычно, мы спрашиваем, ну, почему вы уехали там, говорит, а все из класса ехали, я тоже решил за поехать. Компанию. Да, за компанию. Второй, ну, мне там, я очень хотел учиться там, что-то такое интересное, что-то новое, да, что, один говорит, ну, я поехал, потому что мне там надо было платить за кредит или там еще что-то, да. Ну, мы спрашиваем, а как, почему там вернулись, да? Ну, типичная история, да, могу сказать, да. Молодой человек вернулся и говорит, ну, как, из Англии, он по какое-то время там пробыл, да, это еще было до, так сказать, Brexit на это не повлиял, да. И он говорит, ну, почему? Я говорю, ну, встретил на улице девушку, познакомился, решил остаться. Ну, просто, да, потому что какие-то, да, спонтанно. И очень такие вот это есть, вот эта точка над «и», что не всегда. Ну, это, например, другие варианты, что очень типично, которые люди при возвращении какое-то время проходят, ну, особенно молодые люди, у кого дети, надо решить, куда ребенок пойдет в школу. Если, ну, в принципе, так, если он начинает идти в одну школу, он обычно и ходит туда, да, это уже на какой-то определенный период, и уже проходит время, теперь родителям должны они решиться, они останутся в Англии, в Германии, там, в Ирландии или вернутся в Латвию, это тоже. Так что очень такие, ну, то, что больше есть такое выражение, не знаю, как перевели, lifestyle migration, ну, в которой есть познание мира. Да. Это точно изучение, такое, да, что-то такое, но это очень типичная тенденция, что человек хочет узнать много нового, познать. Ну, это если такое краткосрочное, это пример я можно привести, которые были студентами, сейчас можно, возможность есть поехать в программу Erasmus, там на полгода он смотрит. По обмену. Да, по обмену или что-то такое, но это такие, ну, это что-то, ну, есть такие, которые что решают, что он хочет в жизни что-то поменять или узнать, да, это типично. Ну, есть, конечно, люди, которые едут с определенной целью, которые хотят заработать, жить лучше. Так что это более такого, что тенденция поменялась. А вот что касается уехавших, есть ли такая тенденция или, может быть, закономерность, что человек за рубежом больше чувствует себя латвийцем, больше чувствует принадлежность к своей стране, чем проживая здесь? Да, спасибо. Это очень интересные вопросы, потому что люди бывают разные, и также отношения разные. Но то, что
они больше интересуются своей стране. Это могу сказать тоже на собственном примере, потому что живя за границей, то, что первое дело, что с утра посмотрел в интернете, что в Латвии происходит. Ну, может, со временем это меняется, но также, я думаю, что очень многие уже такие формируются какой-то определенный круг знакомых, связей, которые, ну, я могу сказать то, что есть этот интерес Латвии. То есть с глаз долой и сердца вон это не работает в данном случае? Ну, как у кого? Я думаю, что в принципе люди тоскуют. И, например, то, что мы тоже смотрели по этим опросам, да, которые по исследованиям, но очень многих, почему он вернулся, ностальгия. Просто это хочется, он хочет. Уже как-то кажется, что здесь небо более голубое, трава зеленая. Тоже было очень интересное исследование. Мы были в Ирландии, но человек говорит, здесь все хорошо в Ирландии, мне там та работа хорошая. Ну, не хватает рыбалки зимой. Я не знаю, подлёдное это. Угу. Вот все хорошо, но зимы нет. Не могу ездить на рыбалку. Потому беру отпуск всегда зимой, чтобы приехать в Латвию, сходить на озеро, посидеть. Ну, такие различные феномены. Угу. Но в какие все-таки страны чаще всего сегодня уезжают в Латвию? Ну, поскольку на данный момент у нас уже, так сказать, миграционная карта довольно хорошо сформировалась, сейчас наибольшее число людей, которые ехали из Латвии, это Великобритания. Там оценки различные, но можно сказать, что это примерно 70 тысяч, может, да, по разным отчетам, да, но это номер один. Но сейчас на второй позиции Германия. Ситуация, число населения, которое уехало в Германию, увеличилось после 2011 года, потому что, ну, по этой миграционной истории в 2004 году, ну, без каких препятствий можно было выезжать в Великобританию, Ирландию, Швецию на работу, да, и Германия и Австрия были последними, которые открыли рабочий рынок без ограничений, и тогда мы сразу видим, что число, которые уехали в Германию, довольно большое. Ну и Германия очень экономически сильная страна, для которой нужны трудовые ресурсы. И потом, если большая группа в последние годы также живет в Норвегии. Но я думаю, что это мы можем людей из Латвии встретить во всех странах Европы. Ну и Ирландия, да, которая, если сначала мы можем было сказать, резко возросло после вступления в Европейский Союз людей, которые уехали Великобританию, Ирландию, на данный момент Германия на второй позиции, Ирландия и Норвегия. Ну, а что касается Великобритании, учитывая Brexit, который все никак не состоится, насколько негативное влияние он оказывает на желание латвийцев уехать туда? Я думаю, кто решился уехать, он уедет. В любой момент он... Ну, в принципе, это так... Можно сказать, что это ситуация нестабильности, и она, ну, делает, может, кого-то подталкивает на какое-то решение остаться, уехать. Но я думаю, те, которые уже решили остаться, они и останутся. Но я думаю, что главное оформить документы. И в связи с этим, ну, надо просто делать эту регистрацию, и все такие, чтобы уже были в легальном статусе, потому что тогда, если есть этот переходный период, который есть возможность эти все документы оформить. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Mix News. Да, мы продолжаем программу «Разворот». В гостях у нас декан факультета географии и науки о земле Латвийского университета, профессор, исследователь миграции Зайга Кришьяна. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И вот интересно, что согласно одному из последних опросов «Латвия с факты», большинство латвийцев гордятся тем, что живут в Латвии. И вот вопрос, который я вам хочу задать, такой, может быть, даже немного философский. Можно ли гордиться страной и уезжать одновременно? Конечно. Я думаю, что родина есть родина. Там вообще различные, конечно. Я могу по своему опыту сказать, что у меня никогда не было сомнений о том, что можно не гордиться Латвией. Есть различные, конечно, можно на что-то там быть, всегда есть какие-то теневые стороны или что, но в целом я могу сказать, что мы можем сказать, что мы живем в очень хорошей стране, где можно сказать, вулканов нет, землетрясений нет, в зеленый сказать, ну, конечно, всегда можно что-то улучшить, да, но я думаю, что если надо гордиться тем, что у нас есть. У нас есть звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, радиослушатели на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый Константин, два вопроса к вашей гости. Да, добрый день. По поводу гордиться, не гордиться.
в политическом дискурсе, как бы, Латвии, постоянно подменяется или не разделяется понятие страна и государство. Чем политики очень часто пользуются, политический истеблишмент гордится государством и пишут с удовольствием о том, что опрос показал, что жители Латвии гордятся государством Латвии. На самом деле гордятся страной Латвии. И это большая разница. Мы знаем определение государства, да, и определение страны. Его постоянно смешивают и очень старательно обходят это разделение. Да, какой у вас вопрос? Отношения. Да. Возможно ли избежать этого каким-то видом просвещения? Нужно ли доносить эту разницу? Это первый вопрос. По поводу второго вопроса. Есть ли в мире примеры успешного развития государства как экономической машины, в котором полностью отсутствует промышленность, транзит, туризм и банковский сектор? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, первый вопрос об отличии. Как можно? Да, я думаю, что... Да, можете снять. Можете. Я думаю, что в этом такой вопрос, что если кому, кто хочет, он показывает эту разницу. Но я думаю, что мы живем в целом в стране, которая называется Латвия, и будем этим, так сказать, возьмем это за основу и будем гордиться, что мы здесь живем. Да, что касается второго вопроса нашего радиослушателя. Да, второй вопрос уже более комплексный вопрос, который идет о структуре, экономической структуре, но здесь надо подходить, ну, с различных позиций, да, вы можете экономическую структуру, как формируется ВПП, да, внутренний валовой продукт, то вы видите, что большинство стран он формируется за счет услуг, которые сам по себе промышленность, она дает не такой большой удельный вес в валовом продукте. И, ну, смотря что, но главное, чтобы идея в том, что которые услуги, они должны быть с высокой добавленной стоимостью. Мы можем себя дорого, и страны, которые могут себя дорого продавать и получать от высококачественных услуг, и мало. Есть услуги, которые, ну, обычные, которые для внутреннего рынка, да. Ну, здесь можно, я думаю, что это для дискуссия для экономистов, которые могут показать вам уже такие более разницы. Я думаю, что, в принципе, вот это услуги с высокой добавленной стоимостью – это будущее. Также, если мы говорим о промышленности, она тоже может быть так, что если какие-то обычные вещи делаются, и вещи, которые связаны с высокой стоимостью, да, что есть капиталоемкие, есть, ну, общие. Мы, конечно, все хотят эти отрасли развивать, которые с высокой добавочной стоимостью. Да. Например, IT, технологии, все такие вещи, да, это хотят все. И на этот уже там очень большая конкуренция. У нас вопрос пришел в WhatsApp, вопрос гостю. На что, на ваш взгляд, правительству нужно сделать акцент, чтобы улучшить сальдо миграции? Ну, я думаю, что надо дать возможности людям выбрать и такие условия, чтобы он мог выбрать, уезжать или остаться, что он не был вынужден уезжать. Да? Ну, в принципе, создание условий, которые способствуют развитию страны. Ну, а риторика политиков, она, на ваш взгляд, влияет на вот миграционные настроения? Я думаю, что такой неоднозначный вопрос, да, потому что появляются те, которые, ну, которые хотят использовать, да, в своем, показывают, вот мы там то, видите, там так плохо, что все уезжают, да, но надо с другой стороны сказать, ну, кто же приезжает. И, ну, я думаю, что есть более важные вещи, которые надо смотреть в стране, которые, чтобы создать эти условия, чтобы человеку жилось комфортно, да, и чтобы он мог своей страной или где он живет, был бы доволен тем, где он живет. Ну вот еще статистики, данные Центрального статистического управления говорят о том, что Латвия стремительно теряет молодежь за 10 лет. По их данным, страна потеряла более 100 тысяч молодых людей, от 18 до 24 лет. Молодые уезжают безвозвратно. Вот вы говорили о том, что есть те, кто возвращаются действительно или планируют вернуться, согласно в том числе и вашим исследованиям, насчет безвозвратного отъезда и молодежи. Ну, я могу сказать то, что сегодня кажется, что люди уезжают навсегда, но они вернутся.
есть возможность, а может не вернуться, да, потому что мы можем уже на данный момент, я не хотела бы пользоваться это безвозвратным, да, ну, если английское сказать, есть forever, да, нет, это можно сказать, это сегодня, да, он думает одно, завтра он уже думает другое, потому что миграция, она очень динамична, да, и она может такая, ну, например, что показывает вот это, как она реагирует, да. В период кризиса мы первые, мы видели, что этот миграционный поток возвращает, потому что люди решают, как делают они вопрос. И в том смысле, если мы говорим о демографической политике, это уже более длительный процесс. Но если ребенок рождается сегодня, в школу он идет через 6 лет, в университет он поступает уже через... Да, потому что это уже более длительный процесс. И вот это, если вы смотрели, это, ну, что показывается, что удельный вес молодежи сокращается, мы не единственные. Это страдают все развитые страны этим, да, что число детей, которые рождаются, уменьшается. И мы дольше живем. И продолжительность жизни у нас увеличивается. Но я сейчас посмотрела тоже во время нашего разговора шпаргалку, да, например, до трудоспособного возраста, до 15 лет, сейчас у нас примерно 16%, да, а те, которые старше трудоспособного возраста, 22,8%. Это, но в будущем это будет еще увеличиваться. И, ну, и во многих странах, вы, например, видите, что сейчас во Франции, они протестуют, что возраст, пенсионный возраст. Да, пенсионная реформа, желтые жилеты. Да, это всем, сейчас, это, мы уже, так сказать, поняли, что у нас другого варианта нет. Да, что, ну, а что делать? Ну, мы будем, придется нам дольше задержаться на рынке труда. Ну, вот что касается детей и школьников, вы сейчас упомянули, в прошлом году в Лепе отмечалось, что сотни детей, которые должны были пойти в лепойские школы, на самом деле только задекларированы там, но в реальности, по факту, уже давно проживают за границей, как это было выяснено позже. Латвийцы, уезжая, они оставляют детей с бабушками, дедушками или же, ну, родственниками, или берут с собой? Вот какая в этом смысле наблюдается тенденция? Ну, тоже есть миграционная теория, говорит так, что впервые первые появляются... Кто-то приезжает из, ну, взрослых, из семьи, он уже устраивается, и второй вариант уже, ну, приезжает либо кто-то еще, либо партнер, они там, или уже кто-то из семьи с детьми, и постепенно может так, что переехать, да, вся семья, но есть такие очень многие примеры, что мы можем сказать, что этот, ну, как сказать, сейчас это говорится Skype family, или скайповская или ватсаповская семья, где кто-то из семьи живет за границей. Общение. И, да. Остается тоже, такие примеры есть, но это, ну, по-разному, это, что просто и такие обстоятельства, что кто-то из семьи решается, что он едет на заработки и так далее. Да? Очень, ну, по-разному, да, мы не можем тоже провести этот, однозначно сказать, что все действуют по одной и той же модели, по-разному, да. Но есть тоже, ну, то, что дети, есть то, что дети, семьи с детьми возвращаются, это видно, да, по статистике тоже, что очень много такое появляется, что дети, особенно там возрастной группе, там 4, 5, 6 лет они уже есть, которые вернулись, да. И есть дети постарше, которые тоже уже, это вопрос тоже, как их лучше им дать возможность интегрироваться в школьную систему, потому что школьные системы бывают разные. Они, может, привыкли по одной системе, но чтобы как они переходили бы, ну, вернулись бы, интегрировались в латвийскую систему. Вы имеете в виду тех детей, которые родились уже вне Латвии, ну, да, не и вернулись сюда или какое-то с родителями. Время они были, ну, за границей. Долгое время прожили. Они учились какой-то период вне Латвии, ну, за пределами Латвии, вне латвийской, ну, другой системе школьной, потому что есть различные системы школы. Удается ли латвийцам интегрироваться в то общество, куда они уезжают? Ну, это тоже, я думаю, что если люди хотят интегрироваться в новое общество, они интегрируются. Есть различные, да, модели, как это. Ну, в некоторые, если мы спрашиваем, особенно высококвалифицированные, обычно их, ну, они там в коллективе 2-3 человека или вообще там, например, нас, если я знаю, который работает в хороших, престижных английских университетах, да, ну, он один в этом факультете, да, может, он какого-то студента там встретит, да, но они очень быстро входят, но это профессиональные, в профессиональной среде они, я думаю, что очень быстро интегрируются, в то же время есть такие связи, что это, ну, надо теперь в воскресенье ехать в воскресную школу, чтобы ребенок учился латвийским песням, танцам, ну, языку тоже.
А что касается национальности, уезжают как латыши, так и русские? Да. В этом смысле, да. Какая динамика? И возвращаются? То же самое. Мы можем так сказать, что примерно то же самое. Если мы даже... Ну, нет таких, которые мы по данным, которые им сказать, уезжают и те, и другие, возвращаются и те, и другие тоже. Мы, я думаю, что там больших разниц нет, потому что структура примерно потока, что определяется так же, как она... более-менее соответствует той структуре, которая в Латвии. Единственное, то, что особенность, то, что более молодые люди. Это явно, что это миграционный поток, это молодые люди, и в том смысле можем сказать, что это утечка молодежи. Это, думаю, что это самая больная тема у нас. Это какие возрастные рамки? От 18 ну, 19, например, 20, 24, 25, 29. В принципе, мы в свое время делали исследования, и можем сказать, что уезжает самое то, что надо волноваться, то, что уезжают потенциальные родители наших детей, которые могли бы родиться в Латвии. Это. Да, у нас есть звонок, только что был, да, вот появился вновь. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый, еще раз вопрос больше по вашей специфике. Прошло 30 лет с 89 года, Латвия за это время потеряла 1 000 000 населения. И по разным данным статистическим, 16 раз увеличился государственный бюрократический аппарат. То есть на в 2 раза меньше населения, ну почти в 2 раза, мы имеем в 16 раз большую бюрократическую нагрузку. Как думаете, насколько долго нас хватит? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, спасибо за ваши расчеты. Могу сказать, что... Статистика и слушатели. Ну, если 89-й год был максимум 2,3 миллиона, сейчас у нас 1,9 миллионов. Ну, может, мы из различных отраслей берем, но то, что всегда... Если есть государство, оно должно как-то управляться. Ну, конечно, мы можем сказать, всегда надо искать более эффективные механизмы, как управлять государством. Еще есть звонок у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Есть такое понятие в бизнесе – упущенная выгода, то есть то, что могло быть. Так вот, то, что у нас уезжает молодежь и уехала, это именно упущенная выгода, потому что рожают они за границей, дети растут за границей, а у нас скоро вообще останется одно пожилое население. Молодежь-то, поэтому и рождаемость у нас уменьшается, что, как они там, которые могут рожать, они все за границу уезжают. Социальные родители, да. Ну... Что можете сказать? Ну, могу сказать то, что мы не единственная страна, которая от этого страдает. В принципе, очень многие восточно-центральноевропейские страны, да, показали, там есть расчеты, как это влияет на валовые продукты. Можно только сказать, ну, я думаю, что это не только мало, потому что рождаемость – это тоже комплексное понятие. Не всегда, если человек в возрасте, когда могут быть дети, у него есть дети, да, потому что меняется та же... ценности, когда вступает брак, ну, когда рождаются первые дети. У нас в таком смысле мы уже более смотрим, может, на какие-то карьеры больше, чем раньше. И рождаемость, ну, она тоже такое очень комплексное понятие. Но то, что мы, конечно, бы хотели, что эти молодые семьи бы и потенциальные родители остались в Латвии, но у них есть возможность выбора – уехать или остаться. Но они воспользовались этой возможностью уехать. Но мы надеемся, что они вернутся. Еще есть звонок у нас. Здравствуйте. Официальные данные переписи населения 89-го года – 2 миллиона 670 тысяч. Официальные данные Минсельхоза развитие Латвии на 18-й год 1 630 000. Да, у вас будет какой-то этими вопрос? Этими цифрами я оперирую. Да, почему у нас разночтение по цифрам? Спасибо. Да, спасибо. Ну, смотрите, не знаю, 1,6, но никак не получается. Я думаю, что может, всем слушателям мне очень интересно, есть различные методики учета. Может, вы смотрели одну методику учета, я воспользуюсь те данные, которые в моем распоряжении. Ну, еще примем звонок. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. К сожалению, я не слушаю вашу передачу сначала и не знаю, кто у вас в гостях. Да, у нас декан факультета географии и науки о земле Латвийского университета и исследователь миграции. Да, спасибо. Я наблюдала такую картину летом. Значит, место, где купаются, ну, семьи с детьми. И три... латышские семьи молодые, у них дети где-то там от 5 до 7 лет. И вот они между собой говорят по-латышски и кричат там «Уды, стоп, свиминг, гоу, бэк», там все такое. То есть их дети в этом возрасте не говорят по-латышски.
Мне просто сама себе задаю вопрос. Мы содержим таких, так много чиновников, но неужели мы таких, неужели они не понимают, какая идет политика в стране, что здесь не только и страна, и угроза стране, вот эта миграция, угроза латышскому языку. Вот у меня, например, и дети, и внуки, все здесь, все учат латышский, говорят, кто уже постарше. Вот меня этот вопрос также волнует. Может быть, русский, главный носитель латышского языка. Все, спасибо. Да, спасибо вам. Ну, что могу сказать, если вы попались в такую ситуацию, что, ну, иногда бывает, что мы могут, которые дети приехали из Англии в гости, или просто некоторые есть, которые хотят показать, что они знают английский язык, похвастаться перед другими. Да, ну, что касается прогнозов, вот прогнозов на будущее, в докладе ООН, который был опубликован летом, сообщалось, что по самым оптимистичным прогнозам в 21 веке население Латвии едва превысит 1 600 000 жителей. Пессимистичный сценарий предполагал, что к концу столетия возможно сокращение населения до будет 708 тысяч человек проживать на территории Латвии. Что думаете по поводу вот этих двух сценариев? Что соответствует действительности, на ваш взгляд? Ну, знаете, прогноз всегда прогноз. Ну, да. Это есть, который включается, и тут слушатель там упоминал цифру 1,6, может, он смотрел это уже прогноз, на который... Но я думаю, что число, оно постепенно стабилизируется, численность населения. Есть, конечно, всегда, потому что, ну, процесс сам по себе старения, потому что у нас главная проблема в том, что это стареющее общество и есть убыток. Просто людей, да, убывает число населения, и это воспроизводство, оно не столь быстрое, как мы бы хотели, да, несмотря на то, что, например, по данным рождаемости, в принципе, Латвия, ситуация на одну женщину даже не такая плохая, да, ну, этот период такого, да, можно сказать, когда был очень резкий спад и рождаемости, и процессы смертности были довольно высокие, они оставляют влияние, потому что это все в такой длительный период, они длительные, да, и мы же видим этот эффект, который появляется. Но я думаю, что вот это 1,6, она довольно реалистическая, потому что там тоже, которые прогнозы, они ставятся различные базы данных, да, там есть, которые очень такие, всегда есть максимальный, минимальный, средний, но я думаю, что этот средний, он такой более такой, ну, можно сказать, ну, такой умеренный прогноз, но, конечно, всегда есть какие-то возможности какой-то корректировки, да, но то, что у нас инфраструктура рассчитана на более высокое число населения, это ясно, что, например, на эти 2,3 миллиона, или что мы, которые считали, да, которые, ну, постепенно оно уменьшается, но это значит то, что мы тем, кто остались, мы должны обеспечить более высокое качество жизни, и это при стареющем населении не так-то легко. Поговорим о тех, кто к нам приезжает, миграция из стран Средней Азии, некоторыми, опять же, нашими слугами народа не приветствуются. Насколько их присутствие на территории Латвии сегодня велико? Ну, я думаю, что тоже надо смотреть, кто это, который приезжает. Но, например, есть которые, ну, если у нас те, кто из этого 10 тысяч, которые приехали, как я сказала, половина, примерно, ну, будем говорить, половина те, которые вернулись в Латвию, да, есть такие... Но это довольно, это остальные, у нас довольно большое число иностранных студентов, и которые очень, можно сказать, успешно учатся, особенно которые медицина, у нас очень много иностранных студентов, не только, но даже технический университет, да, но так что это одна группа, может, нас мы просто как-то часто видим, которые отличаются от нас, потому их я могу сказать, что, в принципе, людей, которые, ну, можно сказать, иностранцев, не так уж и много, но мы их очень часто замечаем, да, потому что они как-то отличаются от нас. Ну, это люди, которые работают в строительстве, где-то в промышленности, но в то же время это просто тех, которых мы более-менее видим. Но есть, которые, ну, то можно, у нас также есть иностранцы, которые из Европейского Союза, которых мы вроде не замечаем. Так что это вот тоже неоднородная группа.
Да, но что касается смешения культур, ведь это тоже такой, наверное, религиозный и социальный аспект, непринятие той культуры, которую привозят вместе с собой мигранты. Вот насколько это свойственно для нашей страны? Я думаю, что не очень. Мы как-то, я думаю, что, может, и кто-то думает иначе, но мы как-то их принимаем, что они есть. Я думаю, что мы особенно их не пытаемся интегрировать, но в то же время, что мы акцептируем, что они есть, что разные, что они... Но культура мигрантов, она обогащает страну, как вы считаете? Ну, я думаю, что тоже, как интересно, например, то, что у нас в университете тоже есть иностранные преподаватели, мы очень много учимся, посмотрим, как они. Откуда, например? У нас, например, на кафедре работает преподаватель из Италии. Ну, посмотрим, это уже интересно сразу, да, это культура общения, так и студентам сразу становится интересно. Даже у нас так и есть преподаватель из Германии. Ну, по нему можно сказать, что по нему часы можно проверять. Очень пунктуальный. Это уже если 8:30, тогда уже договаривались встретиться. Сейчас 2 часа, он 2 часа откроется, дверь, он будет. Это никого вообще нет, какого вопроса нет такого, да, нос? Ну, а что касается все-таки религиозного аспекта, в Латвии, например, нет, скажем, мечети, да, иммигранты мусульманского вероисповедания, они комфортно себя чувствуют здесь, на территории страны? Это вопрос такой, я думаю, что к тем, которые занимаются исследованиями религии, которые более... специализируется в этой отрасли. Все-таки в контексте, например, продолжения темы культуры хочу поговорить с вами также об особенностях географического расположения Латвии, об особенностях нашего населения. Вот в чем оно заключается? Ну, я могу сказать, что мы находимся в Европе, в таком очень интересном месте, да, где сходит это восточная европейская культура и западная европейская культура, и также у нас довольно много влияния северной европейской культуры. Да? И в то же время, ну, это просто исторически связано, что мы находились под разными влияниями. Да? Это тоже важно. Да? Это можно, как вы упоминали, религиозные, там христианство восточное, западное, потом есть католики и лютеране, потом это влияние, то, что мы смотрели там Ливонского государства, и на юге было польское государство, так что Российская империя. Это все в каком-то виде на что-то проявляется. Да? Немецкое влияние также довольно большое, несмотря на то, что мы говорим так. Мы сейчас просто очень многие вещи осознаются заново, да? Как, что повлияло. Да? Тоже, я думаю, что это интересно сейчас историками исследуется, как, например, немецкое влияние повлияло на нас, что мы от этого, если мы более раньше негативно смотрели, сейчас мы оцениваем, как это, что оно принесло, какие особенности, да, что мы можем, как проявляется. Я думаю, что это очень разнородно, и также, если мы смотрим Латвию, как вроде страна небольшая, но также есть какие региональные особенности, региональные различия. Какие особенности можно объяснить географическим расположением Латвии? То есть, например, особенность характеров условно, да, можно объяснить тем, где расположена страна? Я думаю, что в некоторой мере есть. Если, я думаю, культурологи могут что-то вам другое добавить, но то, что это разные влияния тоже на нас как-то повлияло, что мы открыты, может, к различным влияниям, да, тоже, что акцептируем, что есть эта разница, разнообразие. Вот у нас в студии «Радио Болтком» был врач-стоматолог, который рассказал, что в том числе из-за географического положения у латвийцев не могут быть белоснежными зубы, так как в воде очень большое количество фтора, которое приходится употреблять. Вот какие еще, может быть, такие физиологические особенности латвийцев могут быть объяснимы именно географическим положением? Ну, это тоже, может, вопрос уже к антропологам. Но я сколько знаю, что латыши по росту довольно высокие. По сравнению с европейским данным, мы довольно высокие. Так что мы можем сказать, что баскетболисты, мы предположены, может, для игры в баскетбол. Ну, это точно. Спасибо вам, что вы нашли время и пришли к нам в программу. Декан факультета географии и науки о земле Латвийского университета, профессор, исследователь миграции Зайга Кришьяна была гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.